Ради Хабиров встретился в Уфе с чрезвычайным и полномочным послом Франции Сильва Берман. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Башкортостаном и Францией. Подписан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Башкортостана с крупнейшей французской компанией Suez International SAS. Suez очень крупная всемирная компания. Это одно из самых важных французских предприятий. Они занимаются обработкой отходов, умными городами и только что подписали дорожную карту. Мне кажется, что сейчас налаживается сотрудничество с Башкортостаном. Мне кажется, что плоды скоро будут у нас на виду. Мы сейчас с госпожой послом обсуждали развитие внешних отношений нашей республики. И я госпоже посол рассказал о том, что мы открыли представительство республики Вене. И объяснил, почему. Потому что у нас довольно крупный бизнес австрийский присутствует на нашей территории. И госпожа посол высказала предположение, что если мы будем столь же эффективны и крупный бизнес французский будет расположен в нашей республике, мы, не задумываясь, откроем представительство и по Франции с большим удовольствием. Кроме того, завтра в Белебее состоится закладка первого камня в присутствии посла Франции Сильви Берман и руководителя республики Радия Хабирова. Это будет началом строительства индустриального цеха по производству мягких сыров по уникальной французской технологии.